Шеф! Это я! Лёлик! Он очень не хотел играть роль Лёлика. На эту роль его уговорил старый приятель Леонид Гайдай. Спасибо. Анатолий Папанов не любил роли, за которые его обожал народ. Дайте жить! Спокойно! Это был человек чрезвычайно тонкий, щепетильный и очень образованный. Он стеснялся своей популярности. Не хочу я этого, Жеслава. Не лезьте вы ко мне все. Я занят своим делом. Актерская богема считала его чужаком. Он не стремился быть публичным, и это казалось странным для человека его профессии. Почему же меня пригласили на эту роль вообще? По какой причине? Только в фильмах о войне бывший фронтовик Папанов был самим собой. Человеком, который, несмотря на все свои звания и почести, так и остался там, на войне. Об одном жалею. Годы. Неоконченная война Анатолия Папанова. В воскресенье на ТВ Русь.